А это ну, типа, ну... Во-во-во, не-не-не, вот эта штука пригодится, надо просто лишнее все с нее свернуть. Хочу сказать, что вот этот антисваб, который мы делаем, это гораздо сложнее, чем поставить GZ. Великий тест законом физики без бензонасоса. Георгий Александрович. С Богом. Вперед. Я не хочу этого делать. Давайте, давайте. Я вспоминаю молодость. Сейчас вкусненькая пойдет, давай. Я знаю. О, хватит, нет, нет. Хватит. Ну, это... Подожди, а теперь как он остановится? Да, я люблю проводить эксперименты. Я понял. Мы видели, чтобы человек сидел так под капотом. Не-не, просто Палыч сейчас как в подводной лодке. Да. Давай. Погнали. Какая-нибудь дает гетосы не по причине лишних килограммов пурикроса, а потому что на твоей шапке 228. Ага. Наконец-то, Георгий Александрович. Здравствуй, Сергей. Ждать можно. Здравствуйте. Приветствую. А что, вы так рано сегодня? А? А что ты так рано сегодня? Да что, это мы вовремя, это вы так поздно. Мы тут с Родионом уже занимаемся повышением качества контента. Родионыч, привет. Приветствую. Прикольно. Самолет уже Фотик. Загнали, блин. Что ну, делать? А что вы ничего не делаете? А я что, знаю, что делать, что ли? Красавчик Тарас Сергеевич. Вообще, редкий случай, когда мы делаем это утром. Ну так что, надо мотор вытаскивать и все собирать, пересобирать. Да? Да. Огонь. А ты давно здесь? Ну, уже прилично, на самом деле. Тарас Сергеевич сегодня решил почистить карму, приехать пораньше. Значит, у нас сегодня, я так понимаю, есть Родионыч, великий и могучий человек с фотоаппаратом. Теперь у нас будет огромное количество фотографий, значит, в Инстаграме и в группах. Но это ладно. А суть нашего сегодняшнего собрания. Здравствуй, Сергеевич. Ну, озвучите, пожалуйста, весь список. Надо пожалуйста. Извлечь мотор обратно из машины, значит, подсобрать, подставить сцепу, вообще по максимуму собрать стартер, вообще все вот говно мира. Короче, занимаемся сегодня навесным оборудованием. Не навесным оборудованием. Занимаемся силовой установкой. Надо ее вынуть. А, и, кстати, еще кулису надо поставить отшевенимую, чтобы у нас была возможность как-то передачу переключить хотя бы на коробку. Короче, сделаем все, чтобы мотор поставить и больше не снимать. И только по кругу потом с ним. А, еще, кстати, заехал к Ивану Валерьевичу и забрал огромное количество фитингов, хоботов и шлангов на антифризные. Я хотел спросить, у вас шланги, хоботы все есть, да? Шланги, хоботы есть, да. Ну, не все, но многие. Огонь. Что тогда? Вы все по запчастям привезли, да? Ну, все невозможно привезти, Тарас Сергеевич. Что потом что-то забыть? Большой. Икс большой, но все не влезает. Я тут заболел просто, еще и больной приехал раньше вас. Делал все ингаляцию. Это все карма, Сергей. Короче, ладно, что, вытаскиваем мотор, переодеваемся и в бой. Я железный человек. В общем, ребят, значит, захотели вот эти два придурка, плюс еще Василий Павлович и парочку очаровательных дам сделать дешманский ремонтопригодный бумер, и тут понеслось. Что-то пошло не так, как всегда. Что-то пошло не так, да. Значит, вытащили мы коробку, вот у нас там такая импровизированная третья подушка, вы не смотрите, она сейчас криво стоит, там просто отвернута, чтобы достать было. Значит, здесь вот все вот так, а теперь внимание. Перейдем, так сказать, к процессу объяснений и рассказов. Значит, смысл в чем? Чтобы нам... иметь возможность переключать передачи из салона без применения супер длинных рук, нам потребуется кулиса отшевенима. Дайте, Тарас Сергеевич, я объясню. Вот это кулиса отшевенима. Да. Видите, какую она имеет форму и содержание? Значит, благодаря вот этой кулисе мы можем без палева удлинить вот эту тягу и включать заднюю передачу. Вот это обыкновенная четырехступенчатая классическая кулиса. Значит, здесь можно было бы подпилить, чтобы задняя включалась без палева. Но есть проблема. Смысл в том, что как бы... Нам нужен угол 90 градусов. На это нет. Смысл в том, что на четырехступенчатой коробке немножко другая осадочная, короче. Вот, платформа. я бы на самом деле для подписчиков, которые не разбираются, просто сказал бы, ребята, разница в дыромаке. Дырочки не подходят. Нет, в задней крышке разница. Ну, опять же. На четырехступке другая. Поэтому... Да. Нам пришлось раскошелиться и купить еще одну коробку пятиступенчатую с помойки. Пришлось съездить, короче, процесс затягивается. И здесь, как вы видите, вот эта вот
херня. Дыромаки подходят. Дыромаки подходят. Вот таким вот образом мы все это дело внедрим и коробку пристрелим к мотору и заведем это все и наконец-то поставим. Я сейчас, значит, все вот этой историей буду заниматься. Угу. Тарас Сергеевич, вам очень важное задание. Что такое? Значит, давайте, поскольку мы уже будем мотор ставить, почистите вот под капотом лишние шланги хоботы, поснимайте там всякие кронштейны, которые нам не пригодятся. А это типа, вот. Ну... Во-во-во, не-не-не, вот эта штука пригодится, надо просто лишнее все с нее свернуть. Она нам пригодится, потому что здесь крепуха бачка вот гидроусилителя, да-да-да. Давай я вот так тогда пильну ее, и все. Ну, посмотрим. Это у нас что, что-то нужно? Это, не знаю, кусай провода, они уже не участвуют. А ну фарик. Не отрывай, не отрывай. Провода не рвать. Я понял, я аккуратно откушу. Вот, и будем все это дело... собирать. Ну, вы тогда как бы коробка, а я тогда вот здесь полазю, да, все подкручиваю, да. Все, что не надо. Только аккуратненько, Тарас Сергеевич. АБС нам нужно? АБС нам очень нужно, я надеюсь, оно будет работать, как бы, поэтому это не трогать. Я понял. Трубки кондиционера поснимать, катушки зажигания поснимать. Короче, все, что относится к мотору, поснимать. Все, что относится к комфорту и прочим системам, не трогать вообще руками. Да. Хорошо. Я пойду Карабасова создавать. Ти? Ну, погнали, че? Блин, ну сколько? Два часа продинамили, да? Ну, мы два часа не могли понять, что у нас дырки разные на самом деле. Нет, мы могли понять, мы просто пытались, хотели срастить вот эту вот крычелыгу. Ну, подержи фонарик, я объясню. Да. Мы пытались срастить вот эту крычелыгу и шевневскую. Значит, вот здесь вот есть пружинки, но пружинки, бог с ним, не сама цель. Фишка в том, но сейчас не видно. Вот здесь вот они разные по своей конструкции. Вот этот штифт, он на шевневской кулисе с другой стороны, то есть не получается их вообще никак срастить. Но ладно, самолет, летай. Будет, еще как будет, Георгий Александрович, погнали. Да, вон там, кстати, Костяныч масло в двери решил поменять. О, что, это же BMW, там даже в дверях масло есть. В задней двери обязательно надо менять все время. Ладно, работаем. Ну давай. Облегчение конструкции, уровень бог. На, тут два сломалось, но они, походу, им не дают сейчас выйти. Может быть. Пойдем Карабас проедем, Сергей. А что там? Как там дела? Ну. Ты перекинул? Да, я кулиску перекинул, даже что-то вылилось. Посмотри, так, а значит, крутится. Да. Так, значит, сейчас посмотрим, пощелкаем. Мне главное, чтобы задняя включилась. Так, вроде щелкается. Оп, первая. Не первая, вернее. Так. Ёб твою мать, опасная опасность. Подержи камеру, давай, у меня ни рук не хватает. Давай. Так, вот это должна быть... Сейчас. Блин, реально. О, вот это должна задняя. Быть задняя, да. Да, задняя включилась. Крути вал. Крутить вал? Крути. Сейчас. Крути, Вара, крути. Кручу. Отлично. Да, все. Здесь в одну сторону, здесь в другую. Все, задняя работает, Карабас будет жить. Все нормально. Так. Все, мне осталось... Я уже вон сколько... Отпустил, мне нужно. Давай. А я займусь сейчас маховиком. Сейчас возьмем каленые болты, помоемся. Помоемся, вернее, помолимся. Помолимся и привернем на лактайт вообще. А, да? Да. Ну, здесь просто ему будет не очень легко все это крутить. А теперь с пятиступичной коробкой я начинаю подозревать, что нам придется реально менять редуктор. Раньше этого делать не хотелось, да. Вот так можно? Да. Этого не хотелось бы. Тарас Сергеевич. Что? Я, конечно, не думаю, что вот эта деталька работала, но зачем так с ней вандалистически? А потому что она, ну что, а что с ним делать-то, Георгий Александрович? Если у вас есть предложение, то, пожалуйста, предлагайте. Есть мысль. Что? Попросить снизу. А, в натуре, где молоток? Поднимаем. В натуре. И понеслось, да. Ой, ладно, болтики. Где мои каленые болтики? Иван Валерьевич, это все от тебя, привет. Так, болтики, вот они. И фиксатор резьбы красный. Смотри, Сергеевич, красный фиксатор резьбы. Кого? Ходят слухи, что есть синий, есть красный. Синий это типа, что еще можно будет потом отвернуть, а красный, что типа нельзя. Но на самом деле все... Нам на века надо. На самом деле это все пиздеж. То есть как бы можно отвернуть и так. Но это держит повеселее. Прикручиваем. Yeah.
сердце кровью обливается. Победил. Красавчик. Это было, слушайте. Не пригодилось. Давай сцепу ставить. Смотри, как у нас все четенько. Завернулся? Да, видишь? Валио от Шевинивы, сильные пружины. Ага. Так, там помолились. Так, нам же теперь надо... Нет. Нет? Ну, да и нет. На, держи. Давай. Камеру я имею. Давай, давай, давай. Так, это все сюда. И ее тоже приворачивать. Да, да, да. На правляхе совпали. У меня практически все. У меня осталось там практически один только хобот да и шланг. Не могу тем же похвастаться, Тарас Сергеевич. О, практически еще не. Равняшки, уравняшки. Равняшки, да. И даже смотрите, шиканули на новые болтики. Что? В принципе, вот этого делать сейчас не надо. Да? Вот этого делать сейчас не надо, но по-прежнему мы молимся. И как бы здесь этому сцеплению будет не очень весело. Поэтому, Тарас Сергеевич, мы все делаем на века. Да, да, да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бедный, несчастный Георгий Александрович. Я тебе хочу сказать, что нам вот этот антисваб, он нам реально боком уже выходит. Но... То есть, как бы реально было проще коробку починить. Костяныч, вот согласись, получается, что реально... Гораздо проще. Отвечаю. Ну, понимаешь, это тебе проще коробку починить. А попала вот эта вот тачка где-нибудь в Новоурюпинск. Кто там сделает 5 HP? Сколько там? 30, да, по-моему? 30, да. Ну вот кто ее сделает? Никто. Кстати, я хочу заметить еще один счастливый обладатель BMW. Дизеляк. С крышкой там мучиться. Ну это нормально. Все, сейчас мы эту штуку привернем. И будем. Айч. Ну, Георгий Александрович, вы меня позовите, когда это все будет сбоем, потому что я там сейчас с трубкой одной домучусь. Давайте, Тарас Сергеевич. И все, у меня будет все шикардосно. Какой трубка? Собственно, да вот эта трубка. Ой, давай только аккуратно. Да ты что, я сама аккуратность вообще. Давай. Сейчас хомутики открутим, и она уйдет. А нам больше не нужна. Лайк. А это что за клубешник? Не знаю. Наклейку презентовали, товарищ. А, да ты что? Сказали, да, хорошая тема. Ну, может быть. Ну, нарисована не похожая тачка на BMW. Ну, это не к BMW, по-моему. Ну, так или иначе. Сергей! Да? Ну, что, нормально? Да, огонь. Да, поставили стартер, закрепили опоры подушек. А, стоп, подожди, не поднимай. Что такое? Георгий Александрович, лошара. А, да? Да. Ну, хорошо, что вы признались. Что случилось? Надо признавать свои ошибки, Тарас Сергеевич. Что у вас тут произошло? Мы забыли поставить сейчас вот эту антифризную трубочку на печку. А, это важно, да. Главное, чтобы тепло было. Тепло, это хорошо. Просто ее лучше сейчас поставить, чтобы потом не геморроиться. Давайте. Я как предусмотрительный вообще инженер-антисвапер эту трубочку даже приобрел. А, да ладно. Да. Где? Тащите. Трубочка здесь, а вот прокладка, Тарас Сергеевич, ёпти-мопти. А, вот прокладос нашел. О, прокладос. И даже прокладка есть. Отличный бумажный прокладка. Огонь. Стой. Что? Стой, нет, подожди, надо на Витю посадить. А, то есть прокладку еще и на Витю? Ну, она бумажная, я не верю ей. Ну, я тоже бумажным изделиям обычно не доверяю. Больше резиновым? Я привык, да, как-то к резиновым изделиям. Слушай, ну если все сегодня пойдет по плану, я думаю, что мы даже сегодня в масло в него нальем. Масло есть? Масло есть, да. Отлично. Но заведем мы его вряд ли, Тарас Сергеевич. Честно, я не спешу никуда. Вы торопитесь? Я спешу, да. Надо задеть, сделать уже как бы и забыть. Так. Я безумно хочу понять, как он поедет. И каждый раз у нас все время какие-то, блин, выпадают. Короче, что все против нас на самом деле. Ну, Георгий Александрович, если бы все было за нас, то было бы неинтересно. Да, 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 да. Удивительно другое, знаешь, что среди парней, которые нас смотрят, пишут там, тоже, опять же, в сторону рваных пуканов. Угу. Поставьте двигатель, там, что, от газели, там, от газона. Да, ЗМЗ какие-нибудь, да, всякие. Но никто вообще ни разу даже не подумал, не рассудил о том, как подключать педальный узел, как газ подключать. Да. То есть органы управления, никто об этом вообще никак не подумал. На самом деле, да.
а все пишут, все, одно, второе. И я тебе хочу сказать, Ирю, вот уже с уверенностью, гораздо проще сюда свапнуть JZ, гораздо проще. Потому да? что, да, да, на JZ мозгов не очень много. Ты просто тын-тын, вот то, что мы сейчас делали. Угу. Только на JZ даже не пришлось бы геморроиться с кулисой. Потому что там автомат, трос как бы и поехали. Приборку сюда, чпоньк и все. То есть у нас бы даже не кулиса, а вот та кулиса, которая сверху стоит, она бы осталась бы даже, да? Ну нет, возможно, мы бы другую поставили. Или если она по позициям подошла бы, ну как у Денчика на Туареге, к примеру, да, она по позициям плюс-минус подошла, он оставил свою. Трос к автомату, чпоньк и поехали. Я тебе хочу сказать, что вот этот антисвап, который мы делаем, это гораздо сложнее, чем поставить JZ. Ну, мы не ищем легких путей. Да, потому что там даже система питания, в принципе, та же самая получается. То есть инжектор. А нам еще одну магистраль тащить. Для чего? Для топливного насоса аскетичного. А, то есть, у нас топливный насос у нас будет здесь, не в баке. Конечно, нет. Тот разорвет все, что можно. А магистраль нам тащить, потому что это уже сгнило. Не, ну я смотрю, что у нас шланги все есть. Да. Респект Валерьевичу. Да, да. Газовщик. Всем привет. Привет. Привет, да. Так, эта штука есть? Нет, трубка. Трубка. Все. И это происходит вот так вот. Смотрите, Тарас Сергеевич, чпоньк. Да вообще. Дастишь, фантастишь. А, вот оно что здесь, вот так вот, да? И это в печку уходит. И вот это в печку, да, уходит? Ага. А, то есть вот они два. Нет, не фантастишь. Чего? А, качественные детали АвтоВАЗ. Видишь щель? Да. Мы ее не притянем. Надо больше Вити. Не больше Вити, надо пойти болгарином сейчас пильнуть. А, пойдем пильнем, что делать? Да, давай. Смотри, сколько пришлось спилить вообще, да? Да, вот они. Запчасти АвтоВАЗа. Спасибо вам за счастливое детство наше. Вообще никогда. Купи и доработай сам, как тебе надо. А теперь... Амп. Посмотрим. О, теперь прилипло. Отлично. Все отлично. Воссоздаем техники. Техники за гранью фантастики. Так, это... Ну, дырочку. Оп. О, все, попали. И прикручиваем. Не могли бы вы подкинуть там вот десяточку? Благодарю вас, Тарас Сергеевич. Пожалуйста. Так что такая вот история. И нам до хрена еще. Просто мега дофига. Ну, надеюсь, он того стоит. Да? Да. Почему нет? Вы думаете, что это плохая идея, что ли, свабно сюда 1.6? Я не... 21.05 даже здесь идут. Я устал уже объяснять, что происходит. Мотор – это низкий блок. ВАЗ-2105. ВАЗ-2105, моторы, которые ременные были, они были только 1.3. Я уже устал объяснять, что это не простой мотор, а супер-пупергоночный на секретном коленвалу, на секретных шатунах и на секретных поршнях. Со степенью сжатия, кстати говоря, 10, там башка запилена вообще, просто ужас. Ну вы, конечно, еще тот корчит строитель. Да я тот, да. И как бы все это, Тарас Ильич, где гаечка? Вот. Все это только ради того, чтобы он работал. Все, сейчас вот эту штуку приворачиваем, все, и заводим мотор. Хорошенького. Понемножку, да. Я надеюсь, это будет последний съем наш мотор. Я тоже на это надеюсь, потому что вроде бы все хорошо. Остальной навесной мы же так прикрепим, ну я имею в виду, что он... Да, остальной навес мы уже можем вертеть, когда, значит, мотор будет уже там. В принципе, все. Потому что сегодня постараемся, если успеем, еще печку подключить. Ну, то есть шланги, хобот. А у нас старая печка будет в BMW-шной, которая, да? Да, мы туда будет просто печка, нет. В салоне переделок не будет, то есть из салона это будет BMW. А, это хорошо. Без колхоза. Бля, хер попадешь теперь, рация, блядь. Опускай, Сергеич, давай. Сейчас, тихо, чуть-чуть. Нижнее. Еще? Да, еще в начак, опускай. О, сейчас, Еще? Да, опускай, все, дома. И этот есть? Да. Где тут гаечка? Не, он никуда не денется, не упадет. Так, здесь гаечка есть. Ну все. Опускай. Что ты делаешь? Опускай, зачем? Не понимаю. Ну я опустил. Все, огонь. Друзья, я вас поздравляю, эту установку мотора. Нифига. Мы даже как поднимали сцепление, выжили. Шею не узкая. Все, третья опора, и можно считать мотор оживлением. Осталось Харабасина, да? Да. Ломик нашелся. Осталось чуть-чуть совсем. Сергеич, антисвап уровень бог. Короче, сверху моторные подушки нормально. Сейчас посмотрим. Заднее никуда не свалило? Да все, хватит. Да не должно было. Куда? А?
О, уровень мотыля. Трещи, да. О, ну посмотри. Все, так как все. Оно и должно быть. Принеси, отлично. Пожалуйста, рулеть еще. Рулеть еще? А где она? Вон она, из самого университета. Так, значит, рулеть. Тунц. Смотри. Не, давай я померяю, а? Ну, слушай, я вот своему глазомеру, конечно, доверяю. Да, ну, окей, ладушки. Ты немножко болишь. Что ты думаешь, я сантиметры неправильно посчитаю, если я болею? Слушай, если, я, вот, если сейчас будет фиаско вообще, мы только что сделали. О, мы только так, что сделали. Что тут у нас получается? 15 с половиной. Огонь. Огончик. Дальше. Так, теперь здесь у нас получается... Ай, нравится. 15 с половиной. 15 с половиной. Мы лучше. Туда-сюда, плюс-минус. Мы лучше. Ай, все. Мы лучше, короче, строители. Вообще. Ауф, дайте я за тросик подергаю, блядь. Ту-ту. Осталось подушки моторные привернуть, и можно шланги хобота системы охлаждения делать, Тарас Сергеевич. А мы сегодня протянем эту? Кого? Кто к баку эту? К баку топливную? Нет, не протянем. Нет? Нет. А там же нет. Надо же... Нет, мы, я нет. Нет, я не готов. Я но посмотри, видишь, вообще это все вот там, там все сгнивший, перегнивший, короче, туда даже лезть пока нет смысла. Кому нужен перегной, ребята, обращаемся. Опускаем бибику, затягиваем болты, гайки. Короче, все крутяк, ребят, реально, антисваб продолжается. Но времени ушло на то, чтобы мотор выставить, поймать всю эту соосность, немеренное количество. Да, короче. Переходим к выхлопной системе. Георгий Александрович, мне кажется, у нас нас к этому жизнь не готовила немножко. Вообще ни разу. Я вот сейчас обойду, подождите, вы прикиньте, я сейчас обойду, чтобы это было видно просто. И, короче, и вообще никак. Да, чтоб все понимали, у нас выхлопная труба должна быть вот здесь, а она находится вот здесь. Да, короче. Что-то пошло не так. Выхлоп СПБ, привет, я об этом не подумал. Можно только, знаешь, как можем сделать? Реально, как на самолете, можем вот так вот развернуть и, смотри, в капотину, чтобы было... Георгий Александрович, мне кажется, это где-то уже было. Где было? А, у Жорика на Матизе. Да. Но на самом деле, подожди, ни хрена. А, и потом он сделал, как у нас на печальке было, Басудзоку. Тьфу, было, есть. Но. Вот эти вот. Так что все гармонично. Но на самом деле мы не будем так делать. Мы съездим выхлоп СПБ и постараемся, чтобы по максимуму наш выхлоп напоминал вообще выхлоп V8. Я согласен. А, будет звук такой же. Да, ну они обещали что-то такое предпринять. Короче. А, это хорошо. Да, но чтобы доехать, придется что-то пилить и наварить. Это первое. Второе, слушай. Тарас Сергеевич, значит, система охлаждения. Да. Вот это выход из жигулевского, значит, башки, жигулевского мотора на печку. Вот у нас здесь вход. А, значит, и вот шланги-хоботы. Это на выход уже есть. Да, печки, на выход. Их да. два. Да. Их надо совокупить и пустить вот сюда. Причем есть нюанс. Какой? Нюанс следующего порядка. Нам нужно подумать. Надо как-то это все вот здесь, вот в эту сторону скомпоновать, по той простой причине, что если Георгий у нас печурка... Вы, короче, думайте, а я пошел. Парни, в общем, меня многие спрашивают, где я купил вейп. Ребята, я купил в компании Vardex. Я, кстати, с ними договорился. Они дают 10% всем нашим подписчикам. Промокод эксперт. Все ссылки в описании на их сайт, на промокод. У них офигенные вейпы и офигенные жижи, ребята. Советую. Все ссылки в описании. Кайф. Кайф, Георгий Александрович, кайф. Кайф, говорю. Я понял. Короче, вот эти трубки разворачиваем на радиаторе, проводим сюда. Здесь ставим тройничок и сюда возвращаем, а здесь прямой хобот. А зачем сюда вам такой прям? Ну, потому что. Потому-то. Да. Всем нравится, Георгий Александрович. Все, сейчас, надо ракурс взять. Потому-то. Не, ну это уже не так. Уже не то. Не, ну так надо сделать. Я тебе объясню почему. Смотри, вот здесь мы для удобства развернем. Ну просто да, их развернем. А подожди, они же прям вот так вот идут. Если мы их развернем, они четко, они четко вот так пройдут. А вот эти вот шланги-хоботы нам нужно снять. Они все сгнившие с той стороны, и это топливные. Подача обратка. А, ну нам в любом случае от них избавляться, потому что они же у нас полностью гнилые. Мы будем полностью делать новые. Да, мы медный магистраль проложим сюда на карп, и все. Медные, медь. Может, дадим? Че? Может, дадим медь? Иван Валерьевич. Ладно, Иван Валерьевич, приветствую вас. В общем, ладно, приступаем. Ты знаешь, что пока можешь сделать, Сергеич? Что? Пойди-ка ты сними заднее сиденье. И посмотрим, что там у нас с бензонасосом. А то сейчас выяснится, что там тоже фиаско, и надо будет что-нибудь покупать. Заднее сиденье снять, и там, короче, будет лючок. Ну, я понимаю, да, он находится в этом, внизу. Да, я надеюсь.
Угу, угу. Окей, хорошо. Я пока тут поскидаю. Хорошо. Короче, вот так вот все получилось. Значит, выход сюда, здесь тройничок, обратка печки, подача в печку. Должно работать. В случае чего, значит, вот здесь вот в разрыв поставим помпу от газели и будет перекачивать антифриз, и должно все работать. Сергеич, что у тебя? Блин, что у тебя? Погоди, сейчас я приду с иллюминацией. У меня тут фиаско. Ну, здесь открутилось, все без проблем, только да, ну, я возьми, не пойму. Сейчас, я не пойму, как. Сейчас посмотрю. О, нифига. Родионыч такой. Ну, отправляем отличный цикад. Да. Я привык, что это. А, да ладно, и все? Сергеич. И все? Ну да, что ты. Это все. Подержи, пожалуйста, иллюминацию. Давай. Это же BMW, здесь все несложно. Главное не сломать датчик уровня. Смотри, сейчас мы. Оп, мы в принципе при таком раскладе. А, вот и все. Да. Ой, там смотри, сколько каки. Много, да? Да. А, ну да, каки есть, как я вижу. Мы при таком раскладе, знаешь что? Чего? Мы реально сейчас сеточку поставим, здесь трубочку медную и все, и протянем топливную на карп. Вообще без палева. Все. А там же мощность большая, у этого насоса нет? Насос этот мы снимем, он здесь не нужен, он разорвет печальку нахрен. Мы просто сюда трубку с сеточкой поставим и магистраль пустим новую. Все, разорвет без палева. Блин, ну не печальку, но ты понял. Ну да. Оговорился. Техника безопасности превыше всего, Георгий Александрович. Не говорите, Тарас Сергеевич. Ну что у нас тут? Ну, все не так плохо. Ну, вернее, все плохо, но для нашей ситуации это, короче, штатный фильтр. Ага. А, кстати, это штатный. Это тут можно откусить. Откусить можно, говорю. Топливо пошло. Можно. Мы здесь медяшную трубку пустим, ага. А вот здесь то, что туда идет наверх, здесь как бы трубка целая. Ага. И мы можем срастить, и все пойдет. Теперь внимание. Что у нас? Великий тест законом физики без бензонасоса. Георгий Александрович. С Богом. Вперед. Я не хочу этого делать. Давайте, давайте. Я вспоминаю молодость. Сейчас вкусненькое пойдет, давай. Я знаю. О, хватит, нет, нет. Хватит. А, при... ну, это... Подожди, а теперь как это... он остановится? Правильно, это законы физики. Подожди, а как... А как теперь остановить, хер его знает. Давай болтом заткнем. Все нормально. Да? А ну. Все, огонь. А, и все? А, и так и оставим. Выше поднять, мы сейчас ее сцепим, и все будет нормально. Пока пускай здесь вот поживем. Георгий Александрович, ну лайфхакер от Бога прям, я не знаю. Да. Ну что, давайте откусывать это. Да. Георгий Александрович, прям на огнетушитель. Там просто в фильтре оставалось здесь. Георгий Александрович, ну... Все, сейчас мы медную магистраль пустим, хомутиками все, обожмем, и все, топливное а, есть. Огонь. А давайте подожжем. Ты дурак, что ли? У нас фильтр есть. Не надо ничего подожжать. Прогреем тачку, так сказать. Да. Так, плюсовая клемма, она нам пригодится. Это да, это такая хорошая вещь. Это потом. Ну все, делаем. Еще и загибать все так сложно. Зачем? Мне в шиворот насыпало. Нормально. Короче... система карбюратора на уровень бок. Теперь важно, подожди, знаешь, посмотри, где там подача. Да ты где? Здесь я. Потерял. Так, короче, здесь у нас вот это, значит, у нас подача ближняя туда. Но. Все, и там мы срастим медную трубочку и пустим ее в ту сторону на насос. Главное этот, главное не перепутать. Не-не, все, я все запомнил. Все запомнили? Да, все, огонь. Да, весь мир на скотче. Возвращаем на место. Саморезы. Штатные саморезы, да. Ага. Все, ништяк. И... Все, Сергеич, в рот ему компот. Все. Остальное, есть? Да, дальше по месту отрежем. Да, мы тут все тоже воссоздали, все так четенько. Здорово. Василий Павлович, ну ты вообще какой? Давай, Петя. Здорово. Так, ты реально задрал свои лодки строить подводно. Сколько можно? Извините. Тут уже почти самолет воссоздан, а тебя все вот нет. Скажите, что вы сделали? Короче, мы поставили мотор, вообще огонь поставили, четко все, снимать его больше не надо. Воссоздали печку и топливопровод. Ага, печка из трех, две в три. Да, две в три, да. В принципе, нам сегодня уже делать получится, ну, нехрен. Вот цилиндр поставили. Да. Шевениво сцепление, шевениво кулиса, маховик шевениво, рабочий цилиндр сцепления шевениво. Короче, машина для шевинистов. Блин, прикинь, я как... И кулиса у нас шевениво. И кулиса, да, шевениво, соответственно. Знаете, что нам осталось, Сергеич? Чего? А давай мотор покрутим. Он 2 года стоял. Давай в него нальем маслица. Ага. Покрутим. Давай. А у нас чем? Просто на стартер провода кидаем? Да. Просто на стартер кинем питание и покрутим мотор.
Как это ни парадоксально звучит, но первый импровизированный старт. Василий Павлович, да. Как ты себя чувствуешь? Давай я чувствую себя как обычно. Руку осторожно, чуть-чуть намотает. Да, я люблю проводить эксперименты. Где-то. Я понял. Мы хотели, чтобы человек сидел так под капотом. Не, просто Палыч сейчас как подводные лодки. Да. Давай. Погнали. Ю-ху! Огонь. Все, отлично. А ну еще чуть-чуть. Я хочу посветить. Че? Пшикает. Да, конечно, пшикает. Че? Нет, компрессия есть. Так новый мотор. Два года в гараже лежал. Понимаешь, собрали. Денег стоит вот его собрать. Вообще охуляр. Георгий. Он вообще не для этой машины. Георгий сам. Игорь, работай. Что? Игорь, работай. Друзья, да. На самом деле сегодня мы максимум, что могли, сделали. Отключите, пожалуйста, от сети. Поэтому пойдемте. Пойдемте, господа, писать в финалочку, потому что, в принципе, это все. Все, закрываем капот. Давайте, господа приматы, попробуем что-то сделать. Не забываем о технике безопасности. Василий Павлович, спасибо, что ты приехал. Как всегда. Ребят, ключ-колокольчик. Объем работ, который сегодня был сделан, давайте резюмируем. Ну, я заценил, на самом деле. Мотор вообще стоит в нулях, четко. Значит, топливное есть, печка есть. Я надеюсь, что в следующей серии мы поставим радик и попробуем тачку завести. Да, это будет очень интересно. Классно. Да. Поэтому проблем еще огромное нечеловеческое количество. Больше всего меня беспокоит, конечно, педальный узел и вообще система управления. Ну, до этого мы дойдем. Обязательно. Будут педали, ребята, обещаю. Подписываемся на канал, ставим лайки. Все полезные ссылки в описании, vardex.ru, все тоже там. Да. Все. Я вам хочу сказать, парни, что вот этот вот антисваб, в который мы вписались, становится все более и более дорогостоящим приключением, но он от этого не менее интересен. Да. Поэтому всем мира, добра, удачи и до новых встреч. Секундочку. Да. От мир. Салам алейкум. Красавчик. Минуточку моего внимания. Александр Кузнецов, Ford Mondeo 4 дизель. Лютый дизель, который просто не убиваем. Тебе огромное спасибо за вкусную рыбку. Василий Павлович, да. Ты строишь подводные лодки. Да. Тебе сейнеры рыбки подогнали? Что, прости? Неважно. Откуда? Он с пивком потом. С рыболовецкого траулера, да. Да, нифига себе. Ладно, ребят, всем пока. Просто сил уже нету, как бы валим домой. Самолет живи, приключения продолжаются. Бай.